Приветствую вас, дорогие друзья, гости моего канала. Это видео будет содержать небольшие, но очень полезные советы моим дорогим комментаторам. То есть людям, которые комментируют мое видео, задают вопросы, хотят как-то пообщаться, получить какой-то контакт. Друзья, дело в том, что я стараюсь отвечать практически на все комментарии. Но у Ютуба есть такая особенность, индивидуальная, так сказать. Он присылает оповещение только о новых комментариях. То есть, когда вы к видео пишете какой-то комментарий, он мне присылает оповещение. Я вам отвечаю на этот комментарий. Все, что вы напишете дальше, уже в оповещениях не присылается. И я это могу увидеть только случайно, если зайду конкретно в видео, конкретно в комментарии. Но в оповещениях мне это не приходит. И в большем проценте случаев я не вижу вторичные ваши комментарии и не могу на них ответить. Поэтому, друзья, не обижайтесь, пожалуйста. И если вы хотите получить все-таки ответ на свой вопрос, присылайте всегда первичные комментарии. Можете с описанием предыдущего разговора. Если же у вас какие-то более углубленные вопросы, то есть требующие длительного разговора, то есть такие комментарии, на которых нельзя ответить вот просто одним ответом, а именно нужно пообщаться, тогда, друзья, вам лучше записываться на онлайн-консультацию. WhatsApp, Viber, Telegram. Ссылки на все это есть вообще под каждым видео практически. Есть в описании канала. Поэтому, друзья, если вы хотите прям пообщаться, конкретно полноценную консультацию получить, то это только WhatsApp, Viber, Telegram. Очень часто люди присылают огромные комментарии с описанием своей там жизненной ситуации, кучу-кучу вопросов. Друзья, на такие вопросы просто невозможно ответить в комментариях. Это ведь получается практически полноценный врачебный прием. То есть мне нужно проанализировать всю вашу жизнь, весь ваш анамнез заболевания. И уже на основании всего этого, причем изучить какие-то дополнительные обследования, которые вы проходили. То есть это большая довольно-таки работа умственная. Уважающий себя доктор никогда от балды просто так что-то рекомендовать и назначать не будет, не изучив историю пациента, не изучив его все документы, все обследования. Поймите это, пожалуйста, и не обижайтесь, когда я пишу в ответе на ваш комментарий, что вам стоит записаться на консультацию онлайн, и что на ваш вопрос я не могу так прям сходу однозначно и быстро дать ответ в комментариях. Теперь по поводу записи на операцию. Многие сейчас записываются ко мне на операцию, приезжают, мы оперируем. Здесь все намного проще. Это проще, чем консультация онлайн, то есть тут мне не надо изучать какие-то ваши все истории, болезни и прочее. То есть запись на операцию происходит намного проще и быстрее. Поэтому, друзья, если вы хотите на операцию, то есть у вас стоит уже какой-то диагноз, например, грыжа передней брюшной стенки, холецистит, либо что-то другое, либо какие-то там доброкачественные новообразования. В общем, вы хотите приехать ко мне на операцию. Тогда просто пишите коротким сообщением, либо в комментариях, либо в WhatsApp, Viber, Instagram. Просто пишите: «Доктор, хочу операцию», и все. Это решается очень просто, очень быстро. И, собственно, никаких проблем ни для меня, ни для вас не будет. Поэтому, друзья, спасибо за понимание, обращайтесь, я всегда рад всем комментариям, всем вопросам, любому общению с каждым из моих подписчиков. До новых встреч, пока!